Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки, ниндзя, легенды. Ежедневные награды я забираю с удовольствием, потому что мне достается 80 баксов и 18 монеток. Так, забегаем сразу в магазин и открываем бесплатно с вами колодушку и смотрим. Так, 70 мутагена, кстати, мутагена у нас 11 тысяч. Так, крюк кошка, 30 пиццы, 70 сюрикенов и Кирби мышка нам достается, да? Хорошо, забираем реворд за задание. Так, поднять уровень персонажа. Давайте по стандарту начнем с вами с поиска Бибопа и с поиска, естественно, Донателло. Как вы помните, да, что Донателло у нас, ребята, скоро с вами пропается, потому что осталось совсем. Кстати, если мы сейчас с вами найдем, ну вдруг нам повезет, 3 ДНК, то мы его прям сегодня же и пропаем. Поехали. Одно ДНК есть, отлично. Давай второе, второй давай, Ну, ребят, как думаете, будет третье? По закону жанра, по идее, не должно быть. Но мы можем, знаете, что схитрить. А стоит ли нам хитрить? Нет, мы знаете, что с вами сделаем? У нас же есть, как вам сказать-то попроще. Так, во-первых, я заберу здесь реворд, чтобы не забыть. У нас же и есть, по-моему, на испытании где-то Донателло, да? По-моему, вот здесь вот, сейчас посмотрим. Так, здесь у нас его нету. Посмотрим, здесь нету. А, здесь, наверное, только Микеланджело будет, да? Ладно, хорошо, давай посмотрим тогда вот здесь вот. Может быть, тут где-то он затесался. Я ведь помню, вроде бы где-то здесь видел. Вот, ребята, рискнем с вами, а? Ну, поехали. 2 доллара, понятно, это минус. Так, Эйприл Кунэйч, это хорошо, но опять не то. Да ну хорош, издевается надо мной. Да ну, серьезно что ли? Ну, давай по-нормальному. Так, Микеланджело тоже отлично, но, ребят, я хочу получить-то не это. А, ну не камень Талика уж точно. 2 золотых осколка. Опять не, мимо кассы. Ребята, ну 30 очков. Так, смотрим, у нас еще есть, ребят, попытки. Ну, 5 серебряных, понятно. Да елки-палки, ну какая кружка, блин. 2 попытки, ребят, последние. Ну, я так понимаю, дудки, да, нам? Да, ну... Я, ребят, постарался. Я спустил весь абсолютно вот сыр. Спустил, как видите, все. И не выпало мне ни морозильная кошка, ни Донателло. А я, естественно, рассчитывал на Донателло. Ладно, хорошо, будем так, ребята, искать тогда дальше. Нам нужно сколько там еще? А, 10, да? Или я путаю? Так, поднять уровень персонажа, сразиться в 10 боях. Мы уже с вами в 3 боях, ну, якобы, подрались, да? А значит, давайте продолжать искать. Значит, Донателло нам не выпал. У нас еще с вами есть возможность кого поискать. Да, в принципе, много кого, да? Много кого. Давай тогда Бибопа попробуем сейчас отыскать. Вдруг нам повезет. Так, одно ДНК есть, как говорится, в карманчик нам упало. Второе. И... Да. Вот с третьим ДНК, ребята, очень маленький шанс, что выпадет он сразу к ряду, да? 3 ДНК к ряду. Смотрите-ка, у Кирби мышь мы можем что-то с вами... Даже какой-то навык, я смотрю, мы можем ей прокачать. Давай глянем, что за навык. Ага, нападение летучей мыши. Ну ладно, хорошо, уговорила Кирби. Получи, и заодно, наверное, нет. Не ей мы будем поднимать уровень. А поднимем мы с вами, конечно же, нашему Змейковьюну. Пускай он будет 60 уровня. Я давно этого хотел, и он это заслужил. Потому что, ну, атака у него, как я вам говорил, довольно неплохая. Так, что у нас там по заданиям? Уровень персонажа я поднял. Так, еще 4 поиска нам нужно сделать. И я знаю, кого мы будем искать. Мы можем найти Микеланджело. Так что давайте займемся этим делом. Так, одно ДНК есть у нас в кармане. Тут, как всегда, мимо кассы. А здесь... И здесь мимо кассы вообще замечательно. Самый хреновый результат. Из 3 попыток всего лишь один выигрышный оказался. Так, кого-то мы еще можем. Кого же, ребята, вы мне подсказали, я могу еще искать. По-моему, вы говорили морозильную кошку, да? Если я не путаю, по-моему, да, все верно. Морозильную кошечку. Давайте попробуем тоже найти на нее ДНК. Одну уже нашли, но с другими... С другими, как всегда, какая-то проблема. Трабла постоянная, вечно так вот получается у нас. Ладно, забираем, ребята, весь реворд. И куда мы сегодня пойдем? Ну, естественно, мы с вами будем продолжать долбить турнир, арену. Потому что, ну, сюжетка, ребят, вы знаете, все прекрасно пройдена у нас от начала до конца. Буквально вся сюжетная линия, да? Вся сюжетная история у нас пройдена. Жаль, конечно, хотелось бы еще что-то такое поиграть, но... Как говорится, я не могу прыгнуть выше головы. Чего нет, тому не миновать. Ладно, ребята, поехали с вами на турнирную
арену. И мы с вами... меня сбросили на Лигу Самураев 3 звезды. Ну, я думаю, что для меня это ерунда, ребят. Я также быстренько сейчас взлечу вверх, как быстренько и упал. И, пожалуй-ка, начну я 46-45 уровни, да, здесь. Слушай, я, наверное, долго не буду здесь выкаблучиваться. Я возьму вот этих вот пареньков, а с собой в прихваточку я возьму, пожалуй... Да, я возьму Железноголового. И думаю, что здесь ихняя песенка будет спета моментально после того, как он бомбанет своими ракетами. А он бомбанет обязательно, поверьте мне. Проверяем. Упс, упс. Что-то пошло не так. Ребят, что-то пошло не так. И я боюсь, сейчас я за это смогу очень круто поплатиться. Надо будет провокацию в следующий раз взять на Железноголового, да? Верно, ребята? Кого будем наказывать? Я думаю, что надо Мондагека наказать. Хоу, подожди, подожди, подожди. Давай-ка вот так вот сделаем. Упс. Слышь, продави его, пожалуйста. Продави, продави. Оу, не вышло, ребята. Кому-то сейчас будет больно. А, нет, он крит атаку, да? Хорошо. Давай мы попробуем вот так вот бомбануть. Слабенько-то, как Женька. Слушай, если мы... Нет, мы все-таки просто с тобой вот так вот добьем, да? Донателло. Чего? Как... Какого лешего, ребята? Как так получилось? Так он повесил защиту... В кого он бросит люк? Твою же маковку, блин, ребят. Ну почему вот не доживаем мы с вами? Ну всего лишь одного хода. Ай, ладно. Тут, конечно, бонус мы с вами протютюкали. Сам виноват, опять же, ребят, сам виноват. Понадеялся, как говорится, на одного железноголового. И ничегошеньки у меня с этим делом не вышло. И контратаки нету. Как мы сейчас будем с ними бомбиться здесь, я ума не приложу. Сейчас у Железноголового, ребята, упадет. Уже спал. Угу, я понял. Уже спала провокация. И сейчас начнут моих ребятулек здесь разбирать потихонечку в наглую плечо. Так, ну-ка бомбани ему. Этому Роквеллу доктору. Ну-ка врежь ему хорошенько. Ага, ну ладно. Здесь, ребят, мы сможем выиграть. Но опять же, не без потерь у нас все это произошло. И все виной это, ребята, знаете, этот хиллер, который все время захиливает. Постоянно захиливает, он меня бесит. На. Ну и, соответственно, то, что нашего бойца уронили, это меня тоже очень сильно бесит. Прям выводит из себя. Вот она спешка, ребята. Спешечка. А вот этот вот, вот он, ребята. Рафаэль Хиллер. Вот он мне все подпортил. Съел пиццу, как говорится, и отхилил всю свою команду. Так бы мы ее давным-давно бы уже разобрали. Ну что ж, будет нам уроком, точнее, уроком будет для меня. Ну, а вы можете немножко позлорадствовать над этим. Ладно, берем Бакстера Стокмана. Я возьму... Я опять рискую. Нет, на этот раз будем немножко с вами поаккуратнее. Вот так вот я сделаю. Все-таки я очень-очень горжусь нашим кроликом Усаги. Очень он крутой, как боец вообще. Просто молодца. Он и сильный, да, и у него вот эти вот... Супер атаки, вообще замечательно. Так, давайте волну, наверное, запустим здесь. Вам, ребятушки, не жить, по-моему, я так думаю, да? Я специально так делаю, на защиту, контратаку. Да, я так и думал, что на следующем ходу они отдуплятся. Ну, естественно, постепенный урон от Бакстера Стокмана, который приносит смертельные муки, никто не сможет выжить. Так, ну что же, у нас 24-я позиция. Я так предполагаю, ребята, нам нужно будет сейчас сыграть с вами два боя, и тогда у нас все будет тип-топ. И выберу я, да, я выберу, пожалуй, Филиппа. Будем с Филиппом драться. И здесь, знаете, что сделаю? Немножко хитрее. У нас здесь 45 уровень, я беру Карайку, Змейка Вьюна возьмем. И возьму вот Сплинтера, Микеланджело и, пожалуй-ка, Бакстера Муху. Погоди, 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 Бакстера Муху. Давай-ка, наверное, лучше Шреддера возьмем. Почему Шреддера, ребят? У Бакстера Мухи нету массовых атак. Вот он как хиллер хорош, но массовых атак нету. Это меня вот разочаровывает. Кстати, вот этот вот крик сейчас мы сделали, наверное, зря. Потому что если мы сейчас не пробьем с вами Рафаэля, а мы его пробили, все, тогда все отлично, ребята. Просто я боялся, что опять будет очередной отхил. Но, как мы понимаем, что его уже никогда не будет. Опа, а как это ты так, Шреддер, как это ты так мог мазануть? Для меня это немножко удивительно было. Он бил, 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 и максимально, что он сделал, это отмену исцеления. Пфф,
Как-то на него это совсем, ребят, не похоже. Шредер обычно наказывает раз и навсегда, а тут что-то он как-то провозюкался и немножко меня даже расстроил в этом плане. Ну что, ребят, как я вам и говорил, два боя нам нужно было сделать. Вот у нас заключительный бой здесь будет для того, чтобы мы с вами перебрались в Лигу Сёгунов. Ого! Ребята, смотрите, Лига Самураев, да? И вот такие вот тут герои мне добавляются. Грех не воспользоваться таким шансом. Даже я специально для этого дела возьму каких-нибудь ребят помельче. Вот, например, вот этих вот. Сюда же я, наверное, вплюсую Рокзара. И, скорее всего, здесь будет у меня Ванька Стиранка. Да, именно вот такой вот командочкой я должен здесь разрулить. Ну, смотрите сами, бронзовые звезды, три. Просто ничтожество. Сейчас я их просто растопчу. По идее, должен растоптать, если не лопухнусь. Ага, вот это было плохо. Так, на ускорение действует Мондагека. Это как пить дать, естественно. И критовку ставит. В общем, все как полагается. Ты посмотри-ка, что происходит. Раз, у нас контратака на двоих, да, стоит. Погнали тогда. Я думаю, Стиранка выживет. Оу, круто бомбанул. Круто бомбанул. Теперь нам остается, ребята, только лишь добивать. Так, давай накажем Караечку. Нормуль. Так, Макмана тоже надо будет наказать. Я вот думаю, что если мы кинем туда вот эту вот плюшку, все сработает у нас. Отлично сработало. В общем, очень круто. И Мондагека я, пожалуй, тоже накажу. Чух-чух-чух-чух. Так, и да. А что тут думать, ребята? Минус Крис. Ой, тихо-тихо-тихо-тихоньки. Что-то я, ребят, заигрался, по-моему. Давай уничтожать. Вот так вот. Я просто посмотрел, сколько здоровья у Пиццелицевого. Мне что-то немножко даже страшно стало. Я думал, сейчас его все-таки положат. Но, как говорится, Рокзарчик вовремя выпустил свои коготки. Ну что же, поздравляю. Мы с вами в Сёгуне. Но хотелось бы, конечно, утвердить свои позиции. У нас еще с вами есть время. Сегодня у нас что? Сегодня у нас только лишь... Оу, четверг. Еще, ребята, почти неделька впереди. Может быть, мы все с вами здесь и скорректируем. Так, 49-48 уровни, поэтому будем с вами действовать наверняка по-жесткому. Так, я возьму сюда тигра. А как добивочного я, наверное, возьму сюда... Погоди. Как добивочного я возьму зэка? Ладно, пускай будет зэк у нас добивочным, но не забывайте, что провокации ни у кого нету. А Бакстер, Муха и... Армагон, они не такие уж сильные здесь. А у него хиллеры есть, смотрите. Это Леонардо, это... Воу-воу-воу-воу, усиление пошло вражеской команды. Ого, хорошо, ладно, давай попробуем так бомбануть. Тыч. Слушай, мне, наверное, надо... Блин, я не знаю, Леонардо уничтожить, по идее-то, надо. Ну-ка, эть. Вот тебе и просак, ребята. Вот тебе и просак. Ладно, давай сделаем вот так вот. Слушай, все-таки теперь надо уничтожать, извините меня, Стиранка. Как хочет этого или нет, но надо, понимаешь? Массовая атака, мне нафиг не нужна ионная. Бомс, готовченко, парень. Теперь кого? Так, а кто быстрее будет ходить? Ага, я понял, вот этот вот щекотливый парень. На-ка, пяткой в нос. Так, тигр, держись, родной мой. Не падай духом, верой. Рэй с тобой, Рэй тебя вытянет из этой передряги. Да, отлично, ребята. Они сами за себя постояли, грубо говоря, даже без моей помощи. Ну что же, а мы с вами укрепляемся, поднимаемся выше по карьерной лестнице. И у нас сейчас 75-е, да? 71-е. Угу. Ну что же, это круто. Это круто, и мне нужно выбирать вот, видимо, из этих бойцов. Ага, подожди, какой 45-й? Тут 52-й, 55-й уровень. Так, беру Криса, беру Рафаэля и... Погоди-ка, раз, два, три. Раз, два, три. А эти у меня что будут? Сами по себе, что ли? Ну ладно, сыграем для начала так. У меня, если что, есть, ребята, откатики. Пару штучки, если я возьму, никто, надеюсь, не будет против, да? Ну что, родные, давайте попляшем с вами. Ну, во-первых, нужна защита, это однозначно, как ни крути. Так, начинает Пит. Ух, Пит, хорошо, что я никого не стал бить. И вот теперь, ребятушки, самое интересное. Конечно же, Рафаэль стоит в провокации. Это имба. Так, хорош. Ну, пиу, с удара. Представляешь, с одной плюшки просто вынесли мы его. Так, ну тут понятно, тут Пит выкаблучивается, как всегда. Давай-ка вот так вот попробуем телекинезом этим. Да чтоб тебя. А если вот так вот сделаем массовую атаку крысиного короля?
Да ну, почему-то вообще, вообще никакого урона, ребят, не наносим практически. Ну-ка, Раф, давай. Нормуль, хорошо, зашло. Ой, бомбочка сейчас прилетит. Граната, точнее. Гранатка прилетела. Ребят, мне не нравится, что постепенный урон вот здесь висит. Ой-ой-ой. Давай-ка, наверное, мы добьем с вами Пита этого мелкого. Хорошо, пошло. Так, теперь я думаю, что нам нужно... Ну давай, хорошо, Рокстеди бомбанем. Да, ребята, и правильно, что вы меня в прошлой серии поправили. Да, я на самом деле неправильно сказал, что Ванька-стиранка — это у нас кабан. Все совсем наоборот у нас получается. У нас получается зэк. Зэк у нас превращается именно вот у этого, да, в бибопа зэк. Потому что, видите, эрокез у него такой же, как там. А Ванька-стиранка как раз превращается у нас в кабана. Потому что, ой, в кабана, в этого, в носорога. Потому что носорог у нас вечно в каске, вечно с какими-то там пушками, оружиями. Как, в принципе, и Ванька-стиранка. Так что спасибо, ребят, за то, что вы поправили меня в этом деле. Ну что же, 50-я позиция у нас, да? И мы с вами продолжаем это путешествие наше великолепное на арене с этими великолепными противниками. На данный момент у нас Аленушка. Аленушка с нами будет. Угу. И мы здесь. Здесь я, кстати, думаю, можно сделать и вот так. Сейчас, секунду. Подожди-ка, я сейчас хорошо все взвешу за и против. Да, я думаю, что так вот можно сделать. Вот так. Я думаю, будет сейчас самое то. И малыши сыграются, да? По идее, должны сыграться. И никто не упасть. И мы очки с вами получим, соответственно, поднимемся еще выше по карьерочке. Ну-ка, отлично, бомбанул. Лео, давай, не подведи меня, радость моя. Бомбани всех, вжух. Красавчик, красавчик. Главное, что три слабеньких персонажа отыграли свою роль, и это круто для нас. Потому что они, знаете, они у нас играют только на самой-самой начальной стадии, когда мы только начинаем подъем с самых первых дней по карьерке. Тогда да, тогда играют у нас все персонажи. А уже на более такой, знаете, древней, старой игры, уже глубокой, так скажем, они практически никчемные, они сидят у меня и не играют. Так, ну что же, давай сделаем тогда так же. Возьмем Леонардика к себе и возьмем зэка. Возьмем зэка и давай, наверное, мы еще отыграем роль. Раз, два и три. Это последняя роль у нас будет. Потом мы будем с вами уже отыгрывать тех своих бойцов, которые у меня остались. Мне главное все, вон, две звезды, чтобы попали мы с вами. И все у нас будет тип-топчик. Так, ну что, добьем мы. Мне кажется, Слэш, наверное, выживет, да? Нет, против Лео никто не может выжить. Это просто имба какая-то. Ну что же, отличненько. Я думаю, что хорошо. Всем пошло это на пользу. Так, смотрим, ребята. Какая? 22-я? Воу, 17-е даже. Ну это совсем меняет, ребята, дело. Тогда давайте возьмем 52-е уровни. Да, они голдовые, я прекрасно это видел. Голдовые. И возьмем... Слушай, а смогу ли я пробить голдовых, как вы думаете? Давай, ребят, попробуем. Давай-ка мы попробуем с вами замутить эту фишечку. Раз, два, три. Если мы с вами сейчас лопухнемся, нас разберут здесь просто... без оглядочки. Поэтому смотрим, ребята, на атаку зэка. Слушай, неплохо он бомбанул. Вот единственное, что может выжить, это, наверное, Донни. Слушай, ну я удивляюсь просто. Я удивляюсь сам себе, как у нас все идеально и хорошо сегодня получается. Ну, не считая той проигрышной матча, который мы с вами сделали. Ну, там, конечно, я сам лопухнулся. Не подрасчитал, ребята, силы. Ну что же, хорошо, у нас ранг сотый, мы только-только с вами зашли в Лигу Сёгунов, да? У нас две звезды. Давайте маленечко как-то здесь укрепимся. У меня здесь есть вот персонажики 50 уровня. Так, вот мы с вами сделаем это. Лео, придется тебе еще, наверное, маленечко поработать. Ну, смотрите, здесь 54 уровень, а у меня бойцы 50 уровня. Здесь нужно быть предельно аккуратным. Любая ошибка может стоить жизни моим героям. Смотрите. Упс, я просто в шоке, ребята, как мы сегодня играем с вами. Бомбим по чернаку. Ну-ка, поможет? Нет, не помогло. Ну, давай тогда, давай вот этот, тут кричи. Ага, а если мы вот так вот шибанем? Классненько. Так, ну что же, получается, у меня еще два персонажа есть, плюс сам Леонардо. И еще, ребята, один полноценный бой у нас будет. Но он опасненький. Так, какая позиция? 84-я, шикарно, я вам скажу.
Так, очень даже шикарно. И берем мы, да, вот этих вот. Даниэлла. Какое красивое имя, а? Даниэлла. Так, и вот здесь мы берем с вами. Оп, оп, оп. Оп, оп. А дальше-то что? А дальше-то что? Оп, оп. Блин. Как вы думаете, вот эти ребята смогут? Нет, они же не смогут справиться. Ведь верно? Не смогут. Хорошо, сделаем тогда вот так вот. Саблезубу, скажем так, грубо повезет. Все, ребята, больше откаты я трогать не буду. Это у нас последний бой. Даниэлочка, красавица, мне придется тебя немножко помучить. Так, пумс. Упс. Упс, тихо, подожди. Не надо раньше времени. Да. Слушай, я думал, сейчас придется, наверное, Микеланджело там ставить у ворот или что-то там бомбить. Нет, нет, все прошло изи. Так, ну что, ребятулечки, у нас с вами 67-я позиция. Я думаю, что до завтрашнего дня мне этого хватит и меня не скинут. А если даже скинут, я опять же моментально, как говорится, пулей ворвусь в эту игру и вырвусь опять туда же, откуда меня сейчас и сбросят. Если сбросят, конечно. Так, и давайте, ребята, просто посмотрим, что мы можем с вами прапать. Или кого? Пока никого, да? Пока, к сожалению, никого и ничего. Ну, тогда давай посмотрим с тобой по навыкам. У Леонардо все ли у нас прокачано? Слушай, вот этот вот удар, конечно, хотелось бы на пятерочку бомбануть. На пятерочку, но это слишком, слишком затратно. Так, а если мы посмотрим вот... Ой-ой-ой, тут тоже очень много. Так, а тут? Пятерочку. Блин, да что ж ты будешь делать-то? Везде, ребята, очень много чего нужно. Вот тут, например, нужно 8 пультов найти. А здесь 10 ящиков. Поехали, я буду, ребята, искать, наверное, 10 ящиков. Так уж и быть. Так, 2... Так, 2 ящика, всего лишь пока 2 ящика. Конечно, мне порталы бы эти, на самом деле, надо бы придержать. Но, понимаете, порталы порталами, а развивать своих черепашек тоже надо, как ни крути. Ну и хотелось бы, конечно же, вот эту вот пиццу сплавить, которую мы с вами накопили. О, портальчик нам достался, отлично. Опять портальчик, то есть это, грубо говоря, бесплатные попыточки у нас с вами получаются. Так, я счета, со счета сбился, сколько мы уже там с вами нахапали-то, а? Погоди-ка, погоди-ка, мы сейчас с вами еще и с переборчиком возьмем, нет? Нет, еще 2 ящика, ладно, давай, погнали. Погнали, будем набирать. Да что ты издеваешься надо мной, что ли? 41 портал, ребята, остался. И один ящик, который мы с вами должны найти. Все, все, отличненько. С вашего, ребят, позволения я прокачиваю ему поджог. Ну, согласитесь, когда вешается постепенный урон на врага, это очень и очень круто. И тем более вероятность уже 40%. Не 50, но 40 это тоже лучше, чем 20, согласитесь. Так, и осталось нам лишь прапать. Прапать что? Я не знаю чего. Или мы оставим, да, ребят, я думаю, что оставим на следующую серию с вами мутаген. Потому что, вы знаете, у нас прекрасное задание есть, да. Прапай того, прапай этого. И, как говорится... Так, погоди-ка, а, тут максималка, все. Отстаю. Так, здесь мы ничего не можем. Ведь ничего же не можем. Нет, ничего. Тут у нас все пройдено. По испытаниям у нас... Да, по испытаниям у нас тоже все пройдено, если это можно так сказать. Кстати, скоро откроется испытание «Черепашья буря». Но это очень сложное испытание для меня. Но, тем не менее, нам будет чем заняться завтрашним днем. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся, ребята, уже в следующих сериях. Всем пока и всем удачи!